Привет всем! Давно на канале уже не было конкретно распаковок с нуля. Сегодня мы это исправим и распакуем самонивелирующийся 3D лазерный нивелир или уровень Кайтян, способный стрелять поверхности стен, потолков и тому подобное на 360 градусов, при этом проецируя на них до 12 линий. Итак, вот она, посылюга с комплектом китайского лазерного нивелира, высланного со склада в России и доставленного ко мне на хаус за 4 дня. Цена на них различна, постоянно скачет и зависит от комплектации. В связи с этим озвучивать я ее не буду, а просто дам ссылку на продавца под видео в описании. Переходите и заказывайте, если понравится. Купить лазерный нивелир мне хотелось уже давно, но тут как-то вот незапланированный ремонт затеял, и поэтому искал именно с доставкой из России. Комплектацию я взял вот такую, а что на самом деле прислали, сейчас увидим. По отзывам уровень соответствует параметрам «цена равно качество», а это, по-моему, один из решающих факторов для покупки. Даже две каких-то коробочки. Еще один фактор – это 3D, или видимость луча по кругу поверхности на 360 градусов. Честно, хотел взять зеленым или синим лучом, но в последний момент за шею ухватилась жаба и остановился на красном. Так, интересно, почему? Ух ты, тут даже не две, тут три таких посылюги. Фирменным скотчем Кайтян обклеено. Так, ну что ж, давайте все-таки начнем с маленьких коробочек. Что ж тут? Оп. И в этой коробочке вот такая вот приспособа. И уровень можно по диагонали поставить. Но для такой приспособы такая коробка, это, конечно, сумасшествие. Не знаю, что это за фигня. Что ж во второй коробке? Открываем вторую коробку, корабль. Ага, здесь аккумуляторы. Литиевые батарейки, номер модели КТ-РЛ-Б800. 800 мАч, две штучки. И два под них, соответственно, вот таких вот проводка, чтобы их заряжать сразу, видимо, тем устройством, которое дается в комплектации дальше. Открываем основную карамулю. Так, видим, что вот она середина. Прикольно, что даже скотч фирменный. Оба-на! И в натуре с комплектацией продавец не обманул. Чемоданчик толковый. Больше тут ничего нет, и я ее скидываю на пол. Вот такой чемодан. Блин, я вам скажу, приятный чемодан. Даже можно на плече носить. С ножичками, с подставочками, все железное, все четкое. Ну-ка. Оба-на! Инструкция, ребят, смотрите, на русском языке. Редкость. Инструкция лазерного уровня 3D RED. 12 линий. Мне что еще понравилось, что внизу его расположено два таких гнезда под штатив. На 5,6 дюйма и на 1,4 дюйма. То есть на обычные фотоштативы можно закрепить и не париться. Смотрим дальше. Очки, чтобы лучше расслеповать луч. Кабель зарядки, хотел сказать, синхронизация с компьютером. Какая маленькая зарядка. 5 вольт, 1 ампер. Но может быть такое именно здесь и нужно. Дальше есть такая вот ветошь, тряпочка. Ну, коробочка такая цивильная. Вот, на чем стоит уровень. Раз, два, три крутилки. Да, но это надо разбираться. Так, и сам наш аппарат. Достаточно легкий. Вот я его прогнезда. Спокойно на штативчик, на фотоштатив. Пожалуйста, ставьте кнопочки. Включить, выключить. Гнездо. Видимо, даже не для заряда аккумуляторов, хотя, может быть, и заряжается аккумулятор. Но он может работать конкретно сразу от сети. Здесь, видимо, крышечка под аккум. Ага. Может работать на трех батарейках типа 2А. Или аккум. Очень удобно. Плюсы вверху, а минусы внизу. И на батарейке плюсы вверху, минусы внизу. То есть вы никак не перепутаете. Именно так его и нужно ставить. Вот так. Да. Да, вот она штативная. Обычно можно камеру так нивелировать. Так, и включим. Включается. И горизонт пошел. Обратите внимание,
то головка ходит сама по себе ходуном. Здесь мы переключаем режимы. Ну что ж, он работает и работает здорово. Вот такая вот вещица. Не знаю, сниму я про него отзыв, как надо, все о нем расскажу. Ну, в принципе, вы поняли, что он стреляет вот это вот по плоскости, по одной вертикальной, по другой вертикальной плоскости и по горизонтальной плоскости. То есть им можно проверить абсолютно все. И самое главное, что это все идет на 360 градусов. Вещь занимательная, вещь достойная, сделана в сущности качественно, но мне сравнивать как бы не с чем. С комплектацией китаец не обманул, заказывать реально, заказывать можно. По-моему, всем строителям, всем тем, кто делает какой-то ремонт, да тем же даже, кто ставит шкаф или вешает картину, кладет плитку на пол или на стены, обои клеит, ну, короче, ну, всем, кто делает какие-то строительные работы, или, не знаю, еще какие-то работы, отопление вешает. А, телевизор, пожалуйста, на стену. Короче, очень много функций выполняет данный лазерный прибор, лазерный нивелир. Советую, в доме обязательно такая штука должна быть. На этом все, спасибо, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и добавляйте комментарии. До новых встреч!